Смотрите на «Беларусь 4» Могилев. В новом выпуске программы «Днями». Человек сюда приехал фактически, на мой взгляд, совершать преступление. Разбойное нападение на банк в Могилеве. Все подробности и детали расследования. Там ткань, которая защищает от электрической дуги, это значит, что можно сравнить, что человек ударила молния, и он остался жив. Специальные ткани Моготекса оценили в Латинской Америке, а славянка возвращает моду на кожаные куртки. Сначала нужно получить хорошее образование. И, конечно же, с каждой своей зарплаты откладывать деньги в банк. Как заработать и распорядиться деньгами? Финансовой грамотности учат школа и банк. Уже так не. Эксклюзивные съемки. Апостол Спиридона Соболя 1632 года. Уже в коллекции Музея истории Могилева. Мы прошли по местам Бобруйска, и мы прожили истории разных людей. Мы не говорим о событиях, мы говорим о чувствах. Спектакль «Променад». Творческий эксперимент на фестивале драматургии в Бобруйске. Сцена, городские улицы и берег Березины. Смотрите программу «Днями» в пятницу на телеканале «Беларусь 4 Могилев» в 19:40.